Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Покидают свой дом в Явате и отправляется на Варшану, где проводит 2 недели. Там она может свободно наслаждаться с Кришной, Джалан Расой. Она в очень хорошем, радостном, игривом настроении, потому что не встречает препятствий и ограничений, как в доме своей свекрови. Сезон дождей во Вриндаване – прекрасное время года. По небу плывут облака. Иногда раздается гром. Радха и Кришна встречаются в лесу, чтобы вместе покачаться на качелях. Видя их вместе, павлины думают, что это грозовая туча и молния, сошедшая с небес на землю. Счастливые они начинают танцевать, распустив хвосты. Радха и Кришна входят в густой лес, где растут деревья каданда. В сезон дождей эти деревья цветут. Также цветут цветы и деревья Арджуна, цветы Китаки и великое множество других прекрасных ароматных цветов. Садхи собирают цветы Кадамба и делают очень длинные гирлянды, достающие Кришне до лодыжек.
Ему очень нравятся такие гирлянды. Так, с длинной гирляндой из цветов кадамба Кришна шествует по лесу. Обычно кукушки сладостно кукуют весной, но, видя Радхарани и Кришну, они начинают куковать, поскольку, слыша сладостный голос Шримати Радхарани, хотят подражать ему. Павлины танцуют. В лесу садхи собирают множество прекрасных цветов, чтобы сделать из них украшения, браслеты, ожерелья, короны. Основы для корон они делают из жестких листьев баньяна. Затем они пришивают на них ароматные белые соцветия хитаки. И, наконец, они предлагают эти короны Пушпамукуты, Радхике и Шьяме. Ветви двух кадамбовых деревьев образуют арку, и на этой арке подвешены качели в виде лотоса, Падма Хиндола. Они держатся на красных шелковых веревках, в которые вплетены нитки жемчуга. Садхи украсили качели цветами китаки с обеих сторон. Качели настолько привлекательны, что пленяют ум Кришны. Они украшены флажками, а на сиденье лежат шелковые подушки. Зная, что Радха и Кришна скоро придут, Вриндадеви посылает своих помощниц Сакхи и Манджари собирать всевозможные цветы. Они усыпают сиденье качели множеством цветов, создавая пушпа асана, лепестки лотосов, роз. Эти качели очень удобные. У них есть и спинка, и подставка для ног. Кришна хочет зайти на качели с Радхарани, но она притворяется, что не желает играть. Я не хочу. Смотри, иди. Столько сакхи вокруг, Лалита, Вишакха. Кришна мягко настаивает. Пожалуйста, пойдем на качели. Тут сзади кратхики подрадываются Вриндадеви и Кундалата. Вместе с Кришной они втроем хватают кратхику и усаживают ее на качели. Затем Вринда думает. У меня есть прекрасная возможность послужить им до того, как они начнут качаться. С этими мыслями она отдает распоряжение девушкам, и те приносят множество блюд, полных свежих фруктов, различных ягод, винограда, папайи, манго. Они предлагают фрукты Радхике и Шьяму. Те съедают несколько фруктов, оставшиеся делят между собой садхи, и начинается Джулан Ядра. В небе собрались тучи. Раздается гром. Кришна говорит. О, посмотри, тучи собрались над нами только для того, чтобы защитить нас от солнца. Они подобны огромному сапфировому зонту с золотой ручкой. В сезон дождей свинцовые тучи пронзают молнии. Когда садхи затягивают песню, тучи начинают слегка погромыхивать. Этот гром звучит, как дундубхи, большой барабан с низким звуком. Во время этой игры у садхи нет музыкальных инструментов. Они поют акапелла и хлопают в ладоши под аккомпанемент грома.
Вокруг танцуют сакхи, полубогини, сваргадеви, зачарованы происходящим. Они хотят как-то принять участие. Как обычно, у сваргадеви безграничный запас цветочных лепестков. И теперь они осыпают ими весь лес. На лбах Радхи и Кришны капельками нектара выступил пот. Моти Бинду Амрита – жемчужные капельки нектара. Облака, увидев, что Радха и Кришна устали, образовывают огромный зонт и начинают моросить мелким дождиком. Когда качели качаются, ветви деревьев склоняются друг к другу. Поскольку, раскачиваясь, качели создают дополнительную нагрузку, то, чтобы не переломиться, ветви деревьев покачиваются вместе с качелями. В это время все их цветы и листья становятся веером для Радхи и Кришны. Таким образом, деревья служат божественной чете. Также, чтобы ветви не сломались, каждую подпирает изумрудная колонна. Манджари думают, как мы можем служить Радхе и Кришне? Деревья служат, тучи служат, сваргадеви служат. Тут одну манджари осеняет. Она собирает в анчал, сари, цветочную пыльцу. Затем она начинает разбрасывать пыльцу вокруг. Получается Холи и Джулам одновременно. Пыльца в основном желтая, но также есть оранжевая, бежевая, всего 5-6 оттенков. Представьте себе прекрасное смуглое лицо Кришны с капельками желтой пыльцы. Очень-очень красиво. Крапинки пыльцы украшают его черные волосы. Моросит мелкий дождик, с неба сыплются цветочные лепестки, в воздухе пыльца. Когда все это смешивается, происходит то, что Рупа Госвами описывает в Ставамане. Ман манаса мадхурам арпая, ниджапада панкаджа макаранде, Кришна дева баватам ванде. Кришна Дева Паватам Ванде. Когда цветочные лепестки смешиваются с водой и пыльцом, эта смесь называется махаранда, особый нектар. Теперь этот нектар разлит в воздухе и покрывает Радху и Кришну. Вот что происходит вокруг. Смысл всего, что мы с вами делали сейчас, в том, чтобы доставить удовольствие Радхе и Кришне своими попытками помнить об их лилах. Так или иначе, тем или иным способом мы хотим привязаться к Радхе и Кришне, к его имени, к его образу, к его лилам. Конечно, мы не можем это делать так совершенно, как делают гопи Вриндавана. Мы пока учимся, как стать настоящими преданными. Но у нас есть надежда на то, что Кришна будет обязательно удовлетворен нашими попытками. А если Кришна удовлетворен, значит и все вокруг тоже удовлетворены и счастливы. Радха Кришна ки! Джай! Джай! Махамахотсава ки! Джай! Hare Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna.